Привет, друзья! В отпуске, но он к Юрику заскочил по делишкам. Анекдотис вам расскажу заодно. Прислал наш подписчик и дружище Саша Руденко. Спасибо, дорогой. Ну, короче, Василий Иванович Чапаев сваливает от белых. Царство ему небесное и светлая память. Подстрелили его в руку, и вот он нырнул в реку Урал и гребет одной рукой такой, нагребает, сваливает. Ворона летит такая с косяком в клюве. Увидела Чапаева, снижается, села к нему на плечо, уже укуренная в мясо. И такая ему: «Ты кто?» Он ей: «Я красный комдив, там, Василий Иванович Чапаев». Та такая: «Мне, не слыхала». Затягивается, ее накрывает вообще по полной. И она у него: «А чё, куда плывешь?» Он такой: «Ну вот, белые гады это самое, догоняют, сваливаю от них. А чё одной рукой гребешь?» Он такой: «Ну подстрелили, сволочи, вот одной рукой гребу». Это еще раз затягивается, в глаза так ему пристально смотрит. «Пиздишь, дрочишь, наверное». Пока, ребят, всем здоровья и процветания.